Сергей Пшеницац, уважаемые советники и приглашенные. Позвольте представить вам отчет о работе Примария за 2010 год и задачи на будущее. У каждого человека, присутствующего в зале и небезразличного к социально-экономическому развитию и защите интересов нашей программы, остались в памяти определенные достижения. Я назову некоторые из них. Особенностью сегодня заседания также является тот факт, что, подводя итоги 2010 года, я сегодня буду говорить о нашей работе за 4 года, поскольку это наша, скажем так, последняя отчетная сессия. Команда Примарии вначале не имела навыков управления жизнедеятельностью города и не строила иллюзий на легкий марш и обильное финансирование. Каждый год был по-своему трудным. Больше всего, вы сами знаете, из-за политической, да и экономической нестабильности. Но мы не падали вниз, а развивались. Да, с трудностями, с проблемами и изъянами. Я сегодня обязан поблагодарить работников Примарии и вас, лично советников, что, представляя даже в городе, скажем так, различные политические течения, мы были единым целым. В активе деятельности Горсовета в 2010 году 10 заседаний и 114 рассмотренных вопросов. Лично примарам издано около 1000 распоряжений нормативного характера и 106 индивидуального характера. Сегодня мы должны вместе с вами сказать большое спасибо нашим горожанам, которые с терпением и пониманием отнеслись к повышению тарифов, которые мы в этом зале принимали, сбору различных контрибуций и других неудобств, причиненных Горсоветом. Из отзыва на мое обращение в районную газету, а также канал X, есть очень много реакций на это. Это лишнее подтверждение того, что мы не зря здесь работаем. Нарушая традиции, я хотел бы несколько изменить акценты в докладе с точки зрения их проблемности. Сегодня весь мир, особенно в постсоветском пространстве, основной упор делает на экономику. И здесь особо в городе не разводится. Вы знаете, что у нас нет промышленности. Но чем больше я как примар анализирую бюджет в широком смысле этого слова, тем чаще приходится задуматься над словами одного известного деятеля, который писал так: «Кто мало заботится о нравственности и воспитании, тот мало смыслит в экономике». Итак, мы с вами в этом зале утверждали бюджет примарии в прошлом году в размере 16,7 миллионов рублей. В 2007 году, я хочу только напомнить, он был наполовину меньше. О чем это говорит? За все эти годы мы сумели найти и находили, и, наверное, впредь будем находить внутренние резервы. Исполнение бюджета за прошлый год превысило утвержденный где-то на 3,7 миллионов. А в предыдущие годы превышения были от 2,6 до 6,7 миллионов рублей. Примерно на 100, к сведению, увеличилось количество предприятий в городе. От 138 они сегодня выросли до 208. Мы долго переписывались в предыдущие годы с таможенным руководством, Минфином, правительством о сборах за пересечение границы. Вы помните, как мы спорили по этим вопросам, и только в 2010 году, то есть в истекшем году, нашли полное понимание. Таможенный пункт Причаны-Росышаны подарил нам около 400 тысяч лей против 80 в 2009 и 55 тысяч в 2008 году. Я считаю, это тоже наша какая-то заслуга. В условиях отсутствия собственного производства основной упор в экономике города перешла в другую отрасль. Вы сами знаете, торговля и сфера услуг. Я не буду приводить цифры, они доминируют миллионами лей по обслуживанию. И вы сами понимаете, что рост объема в условиях рыночной экономики обеспечен не потому, что мы здесь хорошо или плохо работаем, а чаще всего это инвестиции экономических агентов, которые вложили как собственные, так и кредиты в строительство новых производственных и торговых мощностей. Вы свидетели того, как много строится различных объектов в городе, и за 4 года объем инвестиций составил более 500 миллионов лей. Я не буду говорить по каким отраслям. А вот с господином Рожко мы говорили, такие населенные пункты, как Бендюшаны и другие, ну, 5-10 разрешений на строительство всего берут в течение года. Это свидетельствует о том, что город живет, город развивается, ищет перспективы, и я считаю, что точно имеет будущее. 121 разрешение на строительство, 140 градостроительных сертификатов, издано в эксплуатацию 104 объекта.
Вы помните, в этом зале мы приняли первые решения по тем, которые нарушили строительство гаражей, и 69 нарушителей в исполнении решений горсовета от 4 месяца 2009 года были наказаны в сумме 56 тысяч лир. Еще 7 человек за незаконное строительство. Через аукцион продано 1,2 гектара на сумму 168 тысяч лир. В то же время проверка контрольно-ревизионного управления показала, что многие годы до нас, а затем и мы допускали серьезные просчеты в части придуманной, надуманной, я не знаю как, манипуляции с куплей права аренды земли, в результате чего серьезно пострадали и пришлось ударить по невинным, скажем так, нарушителям. Люди проходили через аукцион, пытались оформлять, платили большие деньги. Поэтому сегодня мы, вот я лично извинялся перед всеми, добровольно ими доплачено 302 тысячи лир. По самым крупным объектам, как Табуйка, Лаврик и другие, идут судебные разбирательства в Кишиневе. При Марии на протяжении 4 лет это было самое слабое звено. Мы попытались Гречко помочь одним из, как сказать, советников, помощников. Оказался неудачный подход. Сегодня мы приняли еще одного парня со специализированным. Дело в том, что землеустроительная служба должна иметь специалиста со специальным образованием. Сегодня есть молодой работник, я надеюсь, что наша работа исправится. Потому что все это время бесконтрольно руки не доходили. Бесконтрольная была простая аренда, и мы работали фактически по старинке. Мы нуждались давным-давно в том, чтобы город был канализирован и по новому водопроводу. Сделан первый, но очень серьезный шаг. Но я так полагаю, это не высокопарные слова, что, наверное, увековечены будут те советники, те примари, которые доведут в городе это дело до конца. Это будут экологические герои. Вот я сам придумал эти слова. Помните, что бречанцы, наши горожане, никогда не мучились жаждой воды. Горожанам явно недооценивается ценность воды, а ведь через два десятилетия, это официальная статистика, 40% жителей планеты будут испытывать дефицит воды. В 2010 году завершена серьезная работа по модернизации и развитию водопровода и канализации. Я не буду сейчас считать вам метры и называть улицы, но это очень серьезная работа на многих улицах города. Стоимость начатых еще в 2009 году обошлось в 3,7 миллиона лей. Я называю цифры, а вы смотрите, откуда деньги. Из них 900 тысяч бюджет, госбюджет страны, 2,5 миллиона экологический фонд, 320 тысяч бюджет примарии и лишь 25 тысяч контрибуция нашего населения. Чтобы опять же не перечислять улицы, сообщу, что в 2008-2009 годах было затрачено на строительство водопровода на Сахзавод и по улице Приятине опять на очень большие суммы. Я хочу, чтобы знали избиратели и обсуждали во всех коллективах и семьях, что за этот созыв в городе протянуто 6875 метров водопровода и 3075 метров канализации. У меня на прошлой неделе снова была делегация некоторых микрорайонов, опять просят, а когда у нас, когда у нас. Кроме того, с 2007 года заработала насосная станция. Опять же, из них бюджет страны 2,5 миллиона лей и 200 тысяч примарина. Мы с вами сделали подарок горожанам к 8 марта, обеспечили постоянно с 2008 года качественной водой. Я просил до сегодняшнего заседания, поинтересуйтесь, как отключалась вода и канализация в Окнице, как за 2 месяца до Нового года работала эта система в Единце, как работает в Дюнючанах, как в Литканах до сих пор подают по часам воду. Просто для себя поинтересуйтесь. Добавьте к этому неплохое освещение города и частичную зону отдыха. С июня прошлого года началась работа по капитальному строительству мусоросборников стоимостью больше миллиона лир. И капитальный ремонт начальной школы и спортзала в лицее номер 1. И идет сейчас работа по строительству реконструкции многофункционального центра в детском саду номер 1. Более 1,2 миллиона лир. Пока писался этот доклад, из России в Бречане импортируется новая мусоросборочная автомашина стоимостью 500 тысяч лир. Буду несправедлив, если скажу,
что есть вина заместителя, может быть, Баешу, моя лично, не обошлось в этих всех строительных вопросах и без сбоев, и серьезных срывов, расчетов. Ну, сказать, что натворили строители из резины, наверное, нету моей личной вины. Затоплена часть классов, возмущаются родители. Были случаи, когда из 100 работников, которые после выигранного тендера с резины привозили сюда, и в конце осталось 10-15, все остальные удрали на заработки. Это так мы работаем с иногородними строительными организациями. Кроме того, часть нерадивых интриганов из города, я их могу назвать по фамилиям, их не так много, мучили нас стихийными собраниями, писали жалобы в вышестоящие инстанции, и около 2 месяцев нам пришлось потерять на объяснения, визиты, заключения экспертов и все остальное. И мы с вами были на выездной сессии, помните, на каждом разборнике, говорили, здесь, здесь, там, там. Все это оттянуло, поэтому обещанные лично мною к 8 марта новые мусоросборники в эксплуатации не смогли мы это сдать, но это ближайшая перспектива. Кроме для того, чтобы проще слушался анализ наших расходов, как в истекшем году, так и за 4 года, хотел бы напомнить вам, хотя вы сами знаете, о повышении цен на энергоносители. Досадная особенность нашей жизни заключается в том, что за 4 года они ни разу не упали или остались на месте. Я не буду перечислять, сколько в январе 2010 года, 2009, 2008, 2007, каждый год сюрпризы были одни и те же. Я вчера послушал ночью очень интересный отчет про председателя правительства Украины перед средствами массовой информации. Вот как ни крутись, как ни говори, все равно проблемы повышения есть. Они автоматически делаются, видимо, чуть-чуть народу повышаем пенсии. Не мы повышаем, а там повышается пенсия. Что? А остальные цены растут. Если в 2007 году зарплата и отчисления, в том числе учителям и воспитателям, составляла 6 миллионов рублей, скажем так, в 2008 году 7400, в 2009 10 миллионов, а в 2010 году достигли 11 миллионов рублей. Используя средства местного бюджета, мы, конечно, должны отказаться от других благ. При нашей деятельности бюджета мы не скупились ни в один год, ни на премии, в том числе к Дню Учителя, ни к 8 марта, ни к юбилеям. И они ежегодно вырастали от 22 до 48 тысяч рублей, а в 2010 году 126 тысяч рублей. Вы помните День Учителя в ресторане Светланы и тому подобное. С каждым годом, соответственно, энергоносители били и по другим направлениям. Дорожали продукты питания. Если в 2007 году при Марии было затрачено на эти цели 533 тысячи рублей, то в 2010 году ровно в 2 раза больше. Хотим, не хотим, кормить надо, закупать надо. И вы знаете, какие мы проблемы имели с фирмами, которые выигрывали тендеры, и через месяц говорили, что у нас повышается еще что-то. Но тем не менее, я думаю, что грешить будем, если скажем, что плохо кормили. Если к этому добавить питание малоимущих 18 тысяч, выплата опекунам 37 тысяч, капитальные текущие ремонты, благоустройство, материальная помощь, то все это обошлось нам 26 миллионов лей. Или наша жизнь за 3 года подорожала на 9 с копейками миллионов лей. Надеюсь, что все новорожденные и их родители благодарны вам за единовременную материальную помощь, которая в 2010 году составила 34 тысячи лей. Мы материально поддержали курсы обучения молдавского языка для работников в бюджетной сфере. Если в предыдущие годы так называемый трансфер в Гесусцинере от районного бюджета колебались в пределах 1,5-1,7 миллиона рублей, на которые можно что-то сделать, то в прошлом году эта цифра стала смехотворной – 42 тысячи лей. А на последнем заседании райсовета подоходный налог, я полагаю, что это законные деньги примарии, то есть те, которые работают, если я как юрист понимаю, делают соответствующие отчисления, и мы должны эти деньги получать. Был с 50% занижен до 33%, и мы недополучим в этом году тоже предел 1,5 миллиона лей. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас по желанию ознакомился с анализом, сделанным высокопрофессионально Ларисовичем Артан,
и госпожой Торня, экономистом части стоимости всех контрактов, которые прошли через аквизиции публичи за период 7 и 10 годов. Это своего рода наш исторический рассказ, где вы вспомните и о книге города, которую мы с первых дней выпустили, освещение улиц, проект Дома культуры, памятник Штефану Челмаре, тротуары, газонокосилки, трактора, замена окон, дверей и тому подобное. Избиратели должны знать, что свыше 1,1 миллиона рублей за эти годы мы заплатили за электроэнергию. Из них 400 тысяч в прошлом году. И 4,5 миллиона рублей за газ. Свыше 1,5 в прошлом году. Давайте забудем об этих сухих цифрах. Сейчас как никогда важно заботиться о подрастающем поколении. Одна из важных тем – это проблема детства, то, что мы называем демографическим развитием города. Это главная профилирующая тема, и это наше будущее, центральное звено. Вы обратите внимание, как у нас в городе прошли предмартовские и 8 марта мероприятия. Они были насыщены, они были многолюдны. Это говорит о том, что жизнь продолжается. Это нам вместе надо создавать культуру высокого уровня образования. За 4 года примария ни разу не инициировала смещение или назначение любого директора лицея, школ и детских садов. Не вмешивалась никогда в учебные процессы. Я полагаю, несколько ненормальным явлением процедуры назначения, утверждения их без ведома консилиума, городского консилиума. Потому что самые острые вопросы, начиная от зарплаты и заканчивая перерасчетами, повышением, материальным стимулированием, лежит на примарии. Если бы сегодня у нас в примарии был другой климат и отношение к директорам, это сказалось бы незамедлительно на наших взаимоотношениях, и проигрыши были бы, наверное, все. За 4 года я однажды выступил на районной августовской конференции в 2010 году. На меня обиделись отдельные учителя педагогики лицея номер 2, где я просчитал, сколько рабочих дней тратит средний педагог в течение года. Эта арифметика была точная, но они были, я считаю, педагоги неправы, потому что я сказал только часть правды. Как примарю, мне могут завидовать мои коллеги в округе, что в городе сегодня 8 достойных, не похожих друг на друга и не безразличных своей профессии директоров и заведующих. Нет ни одного проблемного стиля руководства. Я не могу сегодня сказать, что в первом лицее плохо, во втором хорошо, или в третьем еще хуже или лучше. Я говорю, нет ни одного проблемного стиля руководства. И мне приятен стартовый энтузиазм и ответственность Кадук, недавно возглавившей, госпожи Кадук, возглавившей коллектив лицея номер 2. Очень важно, чтобы последующие советники администрации примарии и обличана подходили к этому вопросу, как мы. Представьте себе, что в лицее, школах и так дальше создана идеальная школа будущего, компьютеризированная, технически оснащенная. И эту школу мы отдадим в руки нелюбящих свое дело учителей, безразличных родителей и детей. Через год эта школа умрет. И наоборот, заберите у высококультурного человека все, наставьте ему внутреннюю культуру, воспитание, образование любовь к детям, и своему делу как чуть ли не на ровном месте появится высококультурное заведение. Вот буквально вчерашняя свежая информация, и, может быть, Мирч сам объявит, третий лицей, дети заняли по республике, я точно, чтобы я не ошибся, дети, Мирч Антонович. Заняли первое место по украинскому языку, 10 класс и 12, из трех мест, два первых места в республике. Это нормально и похвально. Посещая ваши коллективы, имею в виду школьные, дошкольные, на различных мероприятиях. Мы часто на планерках, вы сами знаете, обсуждаем каждого из вас объективно и по мере возможности помогаем. Так будет и в будущем. Самым чувствительным барометром в городе являются дети и организация их питания. А их здоровье – это основное богатство не только города, но и, наверное, нашего 21 века. Готовясь к этому заседанию, я вернулся к указу бывшего президента 2007 года, объявившего 2008 год годом молодежи в Республике Молдова. Вот давайте, положа руку на сердце, а мы с вами как это прочувствовали тогда? Что нового такого молодежного вдруг двинулось или наоборот не двинулось? Поэтому это очень больной вопрос,
И мы не идеологи, примари или советники, но мы должны эту тему всегда держать на острие. У нас стабильное посещение детей. Я не назову цифры ни в садиках, ни в лицеях. Нет увеличения социально неблагополучных семей. Это тоже где-то такой немножко временно успокаивающий фактор. И благо мы не только в 2010 году затратили 1,4 миллиона лей, что в два раза больше, чем когда мы пришли в этот созыв, включая родительскую плату. Напомню вам норму финансирования на питание одного ребенка в день, включая родительскую оплату. Это 15 лей в детском саду и 6 лей в лицее, против 10 и 4, которые были в начале созыва. За 4 года, неправильное слово, но я назвать другого не нашел, мы перекормили детей на примерно 1 лей, там 87 прецербаль, в садиках и школах, и затратили больше денежных средств на 51 тысячу лей. Там известны неплохие показатели образования. Высокий процент поступления детей в вузы за пределами страны. У меня есть статистика каждого года. В 8-10 годах в Румынии поступило свыше 10 детей. На Украину около 15, в Россию 16, в Белоруссию и так далее. Много. Задача местных органов власти и директоров школ делать все возможное, чтобы, уходя из Бельчан, выпускники ориентировались не на 7-минутную историю успехов, имеющуюся у них перед глазами. Почетно по-прежнему быть юристом, быть экономистом, быть менеджером, не знаю, кем там еще. А нужны долгосрочные перспективы построения карьеры и расчет на собственные силы. Мы должны разбудить, есть такое слово, я не очень его понимаю, меценатство наших бизнесменов, в том составе, который они есть в городе, банкиров, которые недотрагиваемы, и убедить жителей в том, что сегодня гастарбайтеры не способствуют накоплению человеческого капитала. Да, финансового где-то да, а человеческого нет. И кто будет это двигать в будущем? Разве вы не чувствуете, каковы проблемы в хороших кадрах на всех участках? Я говорю о брычанах, и это, наверное, по всей республике. Кто придет на смену сегодня? Примарям, директорам, заведующим. Мы готовы сказать, что мы достойно можем сдать свою, образно говоря, должность кому-то? Вы посмотрите, как политические партии сегодня мучаются, когда составляют перспективу выдвижения кандидатов на примарей, на, я не знаю, на все должности. Не так легко сегодня. 50% ребят при приписке к призывному участку и определению годности к воинской службе обнаруживаются различные серьезные заболевания. 50% из тех, которые якобы могут служить, они сразу отсеиваются. Поэтому я чуть-чуть не понимаю, когда, может быть, директора лицея, больше всего учителя физкультуры просят личного примаря: организуйте нам транспорт на завтра на спортивные соревнования по шашкам для детей Табана, Кременковцев или Потюжана. У меня ответ такой, и будет дальше: пешком, с песней. И хотя бы посмотрите на вот это экологическое бедствие по дороге, то все время едем на машинах и не видим. И больше по таким вопросам я даже слушать не буду. Не по этой ли причине у нас у детей окончательно пропадает огонек уборки территории города? Стыдно, мы 4 года используем верующих из сел. Бульвар надо убрать, надо покосить озера или вокруг озер верующих. Придется записаться нам тоже в какую-то секту. И за 4 года только однажды поступила инициатива и провалилась по уборке старого кладбища. Это дети из третьего лицея сами пришли, предложили, объявили такую программу. Ну, никто не пришел, там человек 10 пришли, посуетились и ушли. Они же много раз просили об организации в Доме культуры своей, а не городской. Это нормально. Но что было после дискотеки вокруг? Вашим учреждением за последние годы было приобретено немало средств на сумму более 900 тысяч лей, 409 тысяч строительные материалы и так далее, и так далее. Как на сегодня всем, не только брычанцам, не хватает воспитания молодежи, неординарности и противостояния вызовов жизни. Вы видите, жизнь неординарная, риски, ведь молодость, я так понимаю, что это не возраст, это временное преимущество, и оно очень быстро уходит. Вот вы видели два молодых сегодня.
70-летних. Еще вчера им было по 30, сегодня 70. Художественные музыкальные школы работали за этот период в обычном режиме. Мы их работой довольны, и, на мой взгляд, как примара успешно выполняет одну цель. Это формирует интеллект, нравственность и самостоятельное мышление у подросткового поколения. Из этих соображений на заседании горсовета мы здесь в декабре создали муниципальное предприятие «Медиа-центр». Я свежи последних дней сообщения с Америки, с Испании, где все городские мероприятия смотрятся по этому сайту. Жаль, что мы сами не смотрим. Мы сами не смотрим. Наши близкие дети ученики не смотрят. Это нужно и нужно использовать. Еще одна тема, которая, на мой взгляд, очень и очень важна. Это тема бедности. Хотя мы зачастую избегаем этой формулировки, делая вид, что у нас всегда все хорошо. Бедность, в крайних ее выражений, это отличительная черта не бричан, не Молдовы. Это, наверное, все постсоветское пространство. Сегодня есть такая статистика, я не знаю, верите или нет, 800 тысяч людей в Молдове имеют доход ниже порога бедности. В Украине и Молдове за чертой бедности живут 26% общего числа населения, в России 13%. На сегодня мы имеем 155 человек, официально в городе зарегистрированные как безработные. Хотя их, наверное, намного больше, в том числе 90 женщин. Пособие по безработице получают только 20 человек, а локацию 5. Остальные не подпадают под эту категорию. Вы знаете, там сумасшедший перечень вопросов. Есть корова, нет коровы, мы знаем, что еще есть. Если что-то есть, то ничего не получишь. Долг примарей сегодня заботиться о тех, кто всю жизнь работал для своей страны, и тех, кто не может заботиться о себе сам. Сегодня в городе проживает, скажем, 1700 там, без пару человек пенсионеров, из них 80 одинокие, 30 человек в возрасте свыше 85 лет. Из 600 инвалидов, это много для города, 600 инвалидов, из них 34 дети. Это тревожная статистика, и вряд ли мне удастся ее украсить тем, что 405 заявлений об оказании материальной помощи положительно рассмотрено в фондах поддержки населения. Лично примарем за весь период оказана материальная помощь, именно за 4 года, 523 тысячи лей. 56 семей с детьми, в которых 74 ребенка 1 июня получили материальную помощь. Более 100 в день пожилого человека. 105 человек в течение года питались в нашей социальной столовой. Мы каждый месяц или два меняем контингент, чтобы платить как можно больше. Тревожным остается тот факт, что в прошлом году уехало 200 родителей на заработки из города. Это тоже большая цифра. 200. И то мы так сказать, что это очень точная цифра, не могу. Четверо детей из неблагополучных семей отправили в центр временного содержания. Двух семей пришлось родителей лишить родительских прав. Несмотря на то, что район, правительство пообещали и по известным причинам, наверное, не смогли изыскать средства для контрибуции 200 тысяч лей, мы эти средства нашли в январе текущего года, и в середине 2000, вот, текущего года мы получим вот этот многофункциональный социальный центр помощи тем, кого я перечислил выше. Это будет наш с вами подарок одиноким малоимущим и другим нуждающимся. Я полагаю, что мы пойдем, когда будет завершена сдача в эксплуатацию, вот таким составом пойдем на это мероприятие. Старый человек в городе – это не помеха, а прежде всего мудрость. Нам приходится часто советоваться с людьми пожилого возраста, советуем пенсионеров. Перед тем, как построить памятник Штефану Челмаре, был обновлен, помните, мемориал скорбящей матери. Мы сумели написать фамилии всех погибших. И в течение 2 лет все дополнялись архивными документами, находились новые и новые люди. Сегодня я считаю, что тропа не заросла ни к одному памятнику. И в городе кто хочет идет к памятнику Ленина, кто хочет к Штефану, кто хочет к скорбящей матери. Ну, так сложилось, и слава Богу, у нас все нормально. Все то доброе, что делал совет примария за 4 года, не позволит, чтобы нами овладело безразличие и появилась опасность того, что может убить самое ценное. Это способность делать людям добро. Инвентаризация имущества города, относящегося к публичной и частной сферам, показала,
что на балансе Приморья, я эту цифру привожу для того, чтобы вы знали, какие мы богатые, находится имущество в сумме около 50 миллионов лир, в том числе и здание и сооружение 45 миллионов. На балансе муниципального предприятия от старых советских времен находится имущество на 23 миллиона лир. За последнее время я бы сказал, что есть определенные, незначительные, но есть подвижки в работе у ЖКХ. То, что нам удалось приобрести там трактор, самоходную косилку, экскаватор отремонтировать, это одно. Но есть видимость большей оперативности в устранении прорывов, количество которых резко сократилось, а потери воды уменьшились на 2000 метров кубических в месяц. Это солидная цифра. Если в 2007 году прорывы колебались в пределах 55, то в 2010 году их стало 28. Из 25 тысяч метров кубических мусора больше всего мы вывезли в прошлом году. То есть это какая-то цифра прогрессирующая, но мне кажется, она... ей хвастаться особо нечем. К сетям центрального водопровода, это похвально, подключились 240 потребителей, или в 5 раз больше 7-8 уровня годов. 55 подключились к канализации. Город давным-давно нуждался в строительстве нового водопровода, и в этом я еще раз подчеркиваю, есть новые обращения граждан. Раз выросло потребление воды до 130 тысяч кубических метров, это говорит о том, что мы движемся вперед. Сегодня в повестке дня отчет муниципального строительного предприятия «Капитель», поэтому не вижу смысла расшифровывать их работу. Однако скажу объективно присутствующим свое мнение как примара. Вот сегодня в газете района или вчера вышло обращение, не знаю, кто его писал, к сведению городского совета, вы сами прочитаете, что рабочие муниципального предприятия «Капитель» из Брычан обратились с открытым письмом в адрес Брычанского горсовета с такой проблемой. В городе постоянно проводятся тендеры на строительство или ремонт, и, к сожалению, их чаще всего выигрывают фирмы из Дроки, Резины и других районов. А свои строители остаются без работы, соответственно, без зарплаты. Да и все доходы, налоги, отчисления тоже уходят из района. Брычанские строители считают, что при проведении тендеров нужно это учитывать и так дальше. А кто подпись? Это газета, это не в Приморье обратились. Ну, просто никто не писал, значит, такое. Я скажу свое субъективное мнение. Я вижу необходимость в том, чтобы срочно принять какие-то меры. Я уважаю строительный опыт и мудрость Анатолия Ивановича. В этом ему не откажешь, но фактически за 4 года я действительно не помню, чтобы какой-то, я уже иду по теме, там, чтобы не был выигран серьезный тендер, не предложено никаких конкретных мер по выходу из застоя. Напрашивается вопрос, либо не можем, либо не хотим, либо не получается, либо так устраивает. Вот видите, сколько вопросительных знаков? У вас их не меньше, Антон Иванович, вы муниципальное предприятие за 4 года, вы ни разу не пригласили и не сделали никакого малейшего собрания, сказали, примат, приди, у меня есть проблемы. Вы всегда участвуете в тендере, учитесь жить сегодняшними днями. Вы понижаете на 500 тысяч лир, вы хотите выиграть тендер. Люди сотнями тысяч, кто в тендерных комиссиях участвует, на 100 тысяч, 50 тысяч понижают. Это вам наухнет через год-два. Ну, я не знаю, как аукнется, Антон. Качество строительства, смотрите. Мы уже это проходили, Михаил. Я не против качества строительства, но мы достали качество из советского времени. В Липканах дома валятся? Валятся. Это что, современное строительство? Это старое. На сегодняшнем заседании планировался также отчет начальника отделения муниципальной полиции, о котором мы говорили 4 года. Вы говорили, сколько, что я устал давать какие-то оценки, заключения. По имеющейся информации, Валерий Ткачук уволен, поэтому какие-либо, нет смысла. К сведению могу сказать, что в 2007 году было зарегистрировано 66 преступлений по городу. В последующие годы 74, видите, рост, 101 рост, 118 в прошлом году. Тенденция роста... Или ранее не все преступления регистрировались, не могу сказать. В заключение. Хочу сказать следующее. Да, определенная работа каждого из вас и наша вместе сделана. Какие я вижу проблемы? Мы все-таки редко общаемся с населением. Мы это Приморье.
практически не бываем на первом отделении. Они, как всегда, забыты и помнят только перед выборами. За это время, за прошлом году, мы начали как совместно решили вопрос положительного строительства церквушки, кто проезжает видеть, и завезли несколько машин, не знаю, как будто и камни, как правильно назвать, для ремонта, мелкого ремонта дорог. Самая большая проблема, я впервые ее озвучиваю перед вами, это проблема нового кладбища. Я не знаю, как она решалась когда-то, делались ли какие-то изыскания. Сегодня фактически мы хороним людей в бассейн. Воду. На уровне полутора метров сплошная вода. Есть опасность, мы все нормально понимаем это положение, загрязнение воды прямо с кладбища. Эта проблема возникла вот сейчас, месяца 2-3 назад. Особенно последние 2-3 похорона, ну, даже ближе, чем полтора метра. Ставят какие-то груси и так дальше. Это ненормально, и нам надо что-то срочно делать. Есть вопрос недоведенных современных туалетов. В задачах я вижу кладбище номер один, вернуться к нашему бульвару, который, видите, уже как-то становится такой, как осиротевший, тротуаром санитарии. Всем большое спасибо, извините, если вышел из регламента.